Чел там стаи проснулся уже. Так, хорошо. Фредди! Фредди, я все купила, как ты просил, Фредди! Я все купила, мой милый, как ты просил! Ты кто такая? Фредди, хватит свои шуточки, брось! А я говорю, ты кто такая? Ты чё пришла в мой дом? Как кто такая? Это же я! Твоя Чика! Я люблю тебя, Фредди! Я тебя не знаю! Уходи давай, чеши давай! Как не знаешь? Да мы же с тобой уже 5 лет вместе живем, Фредди! А я говорю, уходи, я тебя не знаю! Я вообще тебя не знаю и знать не желаю! Ах, вот ты так! Ах, вот ты так! Ах, ты предатель! Ну все, если уйду, я к тебе никогда не вернусь! Ну и уходи, говорю! Я тебя не знаю, не помню тебя, понимаешь? Что тебе непонятно, уходи давай! Ну ладно! Я уйду, предатель! Что случилось? Что-то случилось, пока меня не было! И чеши давай, и больше сюда не приходи. Ну ладно, я уйду, но ты пожалеешь об этом. Понятно? Уходи давай, уходи, не приходи. Ладно. Какая-то странная, какая-то сумасшедшая. Вот это да. Пришла ко мне в дом, начала командовать. Капец. Так, ладно. Надо пойти в дом 44 и найти вот эту красавицу. Как ее звали? Как же ее звали? Я забыл, как ее звали. У нее такое красивое имя. Я прям влюбился в нее. О, вспомнил! Ее звали Черничка. Черничка. Самое красивое имя, которое я когда-либо слышал. Так, ладно. Так, надо побежать. Надо побежать, найти ее. Хоть бы она была в этом доме. Хоть бы она была в этом доме 44. Так, я найду ее. Я найду эту черничку. Давно я не проведывала аниматроников. Надо проведать Чику и Фредди. Опять помотать нервы этой противной курице. А то, видите ли, она любит Фредди. Я, может, тоже его люблю. Он такой хороший. Кто-то плачет. Кто-то плачет. Не понял, это Чика? Ля, что-то случилось. А ну-ка. Привет, это я, Леди Баг! Леди Баг! Что случилось, Чика? А я к тебе иду! Что случилось? Да не плачь ты! Меня Фредди бросил и выгнал из дома! Сказал, что он меня не любит и никогда не любил! Успокойся! Успокойся! Расскажи все по порядку! Что же случилось? Успокойся! Хорошо! Он выгнал меня из дома! Сказал, что не любит и никогда не любил! Вот что, Леди Баг! Не выдумывай, Чика! Тебе все показалось! Не может быть! Я на самом деле знаю! Фредди тебя очень любит, да? Нет, он меня выгнал, честно. Я сама не верила. Он прям выбежал за мной и прогнал меня. Вот и ладно, успокойся, разберемся. Я думаю, знаешь, что нам нужно? Сейчас возьмем, успокоимся и поедем к магистру Бонни. Он самый умный, он лучший друг Фредди. Он нам поможет, согласна? Ладно, согласна.
мешает. Чикала верно. Вкусности наделала. Здорово. Вот это я люблю субботу. Как же обожаю лето. Такую погоду. Фредди, Фредди, братик. Фредди, а к тебе. Фредди. Да-да. Да, я скоро буду. Я скоро буду. Фредди, ты чё? Ты кто, чувак? Фредди! Мне надо бежать, я тороплюсь. Подожди, Фредди! Я тороплюсь, говорю. Мне нужно найти черничку. Подожди, Фредди! Да, алло. Да-да, я скоро буду. Фредди, это я, Бонни! Чувак, слышь, я тебя не знаю. Уходи, не мешай мне. Как? Как ты меня не знаешь? Фредди, что с тобой? Ты что, заболел? Чувак, ты мне мешаешь. Алло. Да-да, я скоро буду. Фредди, это я, Бонни, ты чё? А я не знаю, чувак, уйди. Иначе получишь, уйди, уйди. Капец! Что происходит? Что-то случилось. Что-то с Фредди не то. Я сразу чувствую. Алло, да я скоро буду. Фредди, это же я, Бонни, Фредди! Я скоро буду. Да-да, мне черничку, черничку надо найти. Фредди! А ну отойди с дороги! Это же я, Фредди! Алло, алло, да-да, я скоро буду, говорю. Фредди, это я! Чувак, я тебе сейчас морду набью, а ну чеши отсюда! Капец! Что случилось? Фредди на меня злой! Не узнает меня! Что же случилось? Куда он побежал? Как угорелый! Надо быстрее к Чике! Блин! Фредди меня не узнал! Своего лучшего друга не узнал! Что же случилось? Так, срочно надо к Чике! Надо к Чике! Она мне все расскажет, что же случилось! Ребята, если вы хотите увидеть продолжение и узнать, что же случилось с Фредди, и помогут ли аниматроники вернуть Фредди в его родную семью, подпишись на мой канал, поставь лайк и напиши крутой комментарий. А с вами был я, Кекс Мультипульти. Всем счастливо, всем покедово и ждите третью серию. Ребята, поставьте лайк и ждите третью серию, да!